Ростов формирует российскую национальную сборную для участия в финале Всемирной олимпиады красоты. Так, 22-й фестиваль моды «Золотая молния» собрал лучших из лучших парикмахеров, стилистов, визажистов и модельеров нашей страны. История фестиваля началась в начале 90-х, когда ростовские дома моды наконец получили возможность показать свои коллекции широкой аудитории. Пришла мысль, что нужно провести что-то с показом, поскольку появилась уже школа, и нужно было, не было тогда слова дефиле, была эстетика движения, но на эстетике движения нужно было что-то показывать. Вот. И мы подумали о том, что нужно что-то с одеждой связанное, и где-то на глаза попалась заметка, там, портные, любители, там, что-то шьют, какое-то домашнее задание. Вот. И, собственно говоря, мы объявили конкурс модельеров, портных, любителей, дизайнеров в городе Ростове-на-Дону. Летние сарафаны, пальто, верхняя одежда и аксессуары. Наравне с профессиональными художниками-модельерами выступали начинающие портные. Новички за отсмотр вещей платили чисто символически 10 рублей. Впоследствии это стало традицией. В нулевых к фестивалю присоединились стилисты. Мероприятие получило статус южно-российского и превратилось в настоящее модное шоу. 57 коллекций на площадке Дворца спорта. 5-тысячный зал рукоплескал. Завершал шоу показ Юдашкина. Полномочный представитель президента России Казанцев лично открывал само это мероприятие. Причем это было так интересно. Обычно готовишься, там свет, звук, мотор, там все готовится, ждет сигнала, там должен быть какой-то там позывной, все. И вдруг, еще на сцене темно, люди собираются, время ровно там 19 часов. Значит, Казанцев такой выходит по микрофону, бум-бум-бум, и света еще ничего. Так, ну что вы тут все, давайте это... Рассаживайтесь, пора начинать. Все такие в шоке, ничего не успели включить. Вот, и, значит, быстренько свет включили, и все. И вот он, собственно говоря, так неожиданно, значит, открыл этот фестиваль моды. Ну, естественно, сказал какие-то слова, пригласил Башмета, пригласил Юдашкина, пригласил Досмана. То есть вот этот такой момент. Вот. И потом был сам показ. Юдашкин очень переживал, потому что его показ, естественно, как гость, он должен быть завершающим. Мероприятие уже 4 часа, он бегает, он говорит, я боюсь, люди разойдутся, но люди даже не пристали. Настолько это было энергетически насыщено, настолько это было разнообразно. У нас даже собачки были в показе. Много, вот прям и большие, и маленькие, то есть все. То есть это было пиковое. В 2014 году фестиваль «Золотая молния» расширил свои границы. Под эгидой Всемирной олимпиады красоты появились новые номинации. Платье мира, парикмахер и визажист. Будучи членом Всемирного конгресса красоты на протяжении 7 последних лет, мы получили новое предложение всем национальным мировым дирекциям. В России дирекция представительства Всемирного конгресса – это имидж-центр. В частности, личная лицензия находится у меня. Поступило предложение провести национальные финалы в двух новых направлениях – среди парикмахеров и визажистов и, в первую очередь, среди художников-модельеров. А победители национальных конкурсов будут представлять сборную команду своей страны на мировых форумах. Новая волна, новое направление. И причем не обязательно отшивать большие дорогостоящие коллекции. Это конкурс одного платья. То есть модельер может пошить один наряд, который, есть, естественно, требования к нему там определенные. Если он укладывается в эти нормативные требования, он может стать знаменитым на весь мир. Так получилось и с обладательницей гран-при «Золотой молнии» прошлого года, ныне бронзовым призером конкурса «Платье мира» Виолеттой Вайтекунене. Сегодня работа дизайнера более чем востребована, а ее коллекции блистают на неделе высокой моды. Мы учим находить свой стиль. То есть нужно с элементами, скажем, того, что происходит вокруг в мире моды, выдерживать свой стиль. И я считаю, что это больше надо этому времени уделить, потому что надо сначала себя изучить. То есть можно изучать высокую моду, а ты к ней не подходишь. И как бы ты ни хотел там одеть Пакарабана там, или другого модельера, это не твоя одежда. Вот. А вот от себя, когда ты начнешь над собой работать, обязательно эта вещь тебе придет. То есть ты с ней подружишься, и ты будешь модным и стильным всегда. Вот. Поэтому я не знаток. Это могла бы Виолетта Вайтекунене вам рассказать, как это для нее это положено, потому что она
она отшивает, потому что она должна быть на гребне. Но часто даже она сама говорит, надо же, я в прошлом году это сделала, а теперь это делает на неделе высокой моды. То есть вот в этом как бы заключается искусство, скажем, развития модельера, когда он может смотреть на шаг вперед. Хотя многое и возвращается, но все равно эти вот вариации, вот Виолетта идет немножко впереди, скажем так, паровоза. Качество работы на первом месте. Изнанка должна быть так же хороша, как и лицевая сторона наряда. Закон фестиваля. И здесь модельеры должны проявить все свое мастерство. Больше было портных любителей, скажем так, которые много вещей представили, но они между собой, скажем так, не стыковались вот в силу поставленной задачи. Вот. Во второй номинации было меньше в мини-коллекциях, но мне там очень понравилось. И, собственно говоря, такой тоже яркий всплеск произошел. Аня Абдулова, у нее русская романтика из павлопосадских платков. То есть сделана коллекция такая вот как раз в тему. В платье мира мне понравилось, что 3 года шла к своей, скажем так, победе Залина Шамсутдинова, представительница чеченского народа. И она очень старательно подходит ко всему этому процессу. И вот возможность, скажем, у нее такая появилась снова поучаствовать, она стала вот победителем в номинации «Платье мира». «Золотая молния» открывает новые имена. В этом году дирекция фестиваля провела и конкурс по боди-арту. А ростовчане смогли познакомиться с последними тенденциями в мире косметологии. Среди стилистов было тоже несколько номинаций. То есть мы выбрали лучшего визажиста, выбрали лучшего парикмахера. Причем это было только вечернее, то есть ограничение, вечерний макияж и вечерняя прическа. То есть мы не давали слишком большую свободу творчества, но с другой стороны была конкретная заданная тема. И тема жизненно интересная для зрителей, потому что это вечерняя прическа, которой можно воспользоваться. Или хотя бы можно узнать имя мастера, у которого можно поэкспериментировать со своими волосами, со своим образом. Образ я сказал не случайно, потому что третья номинация была Fashion Look. Это модный образ, в котором все должно было соответствовать. И макияж, и прическа, и наряд, и обувь, и аксессуары. И в принципе у победительницы из Санкт-Петербурга это получилось. Следующий этап для парикмахеров-визажистов – чемпионат мира, который пройдет в Дубае в конце сентября. А в декабре сборная команда нашей страны поборется за звание «Платье мира», «Парикмахер мира» и «Красавица мира». Наши выпускники очень часто участвуют в международных конкурсах. Нам нужно знать мастеров, которые могут пошить национальные наряды, которые могут индивидуально отшить вечерние платья. Это движение не умрет никогда, нужно только находить силы, каждый год проводить его на достаточно высоком уровне. Есть свежие идеи, есть хорошая команда, которая претворяет в жизнь любые замыслы. И если еще будет третья главная составляющая, что это будет интересно россиянам, что будут те, ради кого все это должно делаться.